Здравия желаю всем посетителям и подписчикам. Сегодня мы, значит, сделали вот такую установку. Вечный моторчик, генератор. Мотор, генератор, и подается нагрузка, лампочка. Он работает так. В режиме 2 минуты работает. То есть в кредит работает. 2 минуты работает. Вот. Генератор вот этот, вот ток. Вот напряжение. Лампочка горит. Вот сюда подается питание от выпрямителя. Так. И реле. 2 минуты работает. Так, 40 секунд стоит. Вот сейчас он 2 минуты поработал, то есть кредит берет, значит. Вот сейчас отдает назад. То есть взял кредит и отдает то, что взял. Сейчас отдает. Чтобы сделать, чтобы он не останавливался, я говорил, что нужно запчасти. Об этом не буду говорить, уже 100 раз говорил. Но будут спрашивать, поэтому я. Когда будут запчасти, останавливаться не будет. А сейчас вот так он работает. Вот. Вот встал на место, видите. Встал на место. Сейчас опять пошел, взял в кредит, берет в кредит 2 минуты. Вот лампочка горит. Вот напряжение. Мотор работает. Крутится, видно. Вот он опять взял. То есть показывает то, что возможно без запчастей. Будут запчасти, будет лучше. Сейчас пока так. Взяли в кредит. 2 минуты берем. Вот. Вот горит все. Тут работает. Тут горит. Тут взял ток. Занял у электросетей ток. На 2 минуты работы. Сейчас отдает назад. 40 секунд он не работает. Лампочка темная, мотор не работает. Отдает назад. То, что взял, то отдает. Чтобы не предъявляли, что он ворует. Он все отдает назад. Взял, отдал. Все по-честному. Все как положено. Как говорится, долг платежом красен. Вот взяли мы, заняли у электросетей немного тока. Все отдали. Сейчас опять занимаем. И так беспрерывно. Ну, скоро поступят запчасти, будем другое делать. Сейчас вот пока это. Всем желаю здоровья и исполнение всех желаний.